Тюменском районе сегодня открыли еще один завод по производству сухих строительных смесей МС Баухимии. Этот инвестиционный проект осуществляется при постоянной поддержке регионального правительства. В новое производство вложено более 500 миллионов рублей. Создано свыше 70 рабочих мест и организован филиал Центра бетонных технологий. На открытии побывала Ирина Шипилова. Михаил из Ишима, пройдя специальное обучение и конкурсный отбор, полтора года назад нашел здесь и работу, и увлечение. Доволен на 100%. Карьерный рост, конечно, имеется. Все зависит, во-первых, от меня. С немецкой тщательностью новый завод был отлажен до идеального для производства состояния. Совместными усилиями, как сейчас при нажатии кнопки, в Тюменской области появился еще один свой изготовитель строительных материалов. Нас приняли с распростертыми объятиями. Вы помогли нам найти эту площадку, преодолеть все сложности, которые всегда возникают при такого рода инвестициях. Так встречают далеко не везде. Политика, которой вы следуете в индустриализации региона, она очень мудра. Важность проекта отметил и губернатор области. Вот этого завода позволит создать рабочие места, пополнить налоговую базу. Он станет дополнительным гарантом в социально-экономической стабильности региона и благополучии его жителей. Тюменский завод МС Баухимии – это первый и единственный на Урале. Он будет выпускать 36 тысяч тонн сухих строительных смесей в год. И это лишь четверть от максимальной загрузки. Ведь рынок сбыта – это Уральский север, вся Сибирь и Дальний Восток. Самый известный бренд завода – «Плитонит». Но наряду с целой серией товаров под этой маркой у Баухимии есть масса других, теперь недорогих, технологических новинок. Смеси для облицовки, выравнивания, гидроизоляции, ремонта и защиты различных материалов. И тюменский завод готов работать на местном сырье. Если бы меня сейчас спросили, какая основная проблема с точки зрения сырья – это песок. Чтобы он был достаточный. Количество есть, но качество его, фракции, вот это вот то, чего не хватает. Мы, в принципе, нацелены на то, чтобы максимально покупать это все здесь. Вот был вопрос, не привозим ли мы сюда наших специалистов. Нет, мы выращиваем их здесь. 598 миллионов рублей инвестиций за 8 лет дали одно из передовых производств в стране. Подобные есть лишь в четырех городах России. Ирина Шипилова, Евгений Доценко, Тюменское время.